22 июня, 14 год, 15:53 по Киеву. Я поздравляю всех, которые пришел в этот день, помнить этот тяжелый день, и в то же время начало разгрома фашизма. Да здравствует разгром фашизма! Да здравствует советская армия! А теперь, дорогие товарищи, посмотрим. Вчера были мы на заседании суда. И вот эти люди, я понимаю, они пришли, эти судьи, их вызвали и сказали, не примите запрет, но вас пенсион подсад отправим, а им кормить детей надо. Эти те, которые, так сказать, простите, сегодня как воры, возложили цветы на дворе, и скрылись. Если вы с народом, идите сюда, идите к людям, говорите, убеждайте их. Не хотите убеждать, одевайте каски, господин Лешко, сохрани Турчанинов или кто-то Зарёва вместе с ними. И идите туда, воевать, а не посылать куда-то. И не гавкать, как собаки. Вот что самое страшное, дорогие мои. Миллионы идут на войну, миллионы. Какие там террористы, 80% жителей Луганской из Донецкой области сказали, что они против этой хунты. Они хотят федерализации, как и мы хотим, хотя бы в экономической сфере. Мы хотим, чтобы все собрания, которые были и будут, были прозрачными. Они сгонялись бюджетники, как собрали бюджетника на встрече Керлинга. Порошенко, и все кричали, наконец-то, следующее, дорогие товарищи, мы хотим говорить на русском языке. Порошенко, Турчинов, Ясенюк. Мы родились здесь. Убийцы. Мы освоили, наши предки освоили украинская эту территорию. Нация. И тем более Новороссия украинцы. Там никогда не было украинского государства. Даже во время Петлюры они не претендовали на это. А сейчас претендуют. Еще интересно. Ведь вы знаете, что одно высказание Меркель было остановите такое. Мы не прокормим 45 миллионов на Украине. Надо было, чтобы было 20-25. Вот идет война, а мы убиваем работоспособных людей. Отцов, будущих отцов. Митинг, я так понимаю, а кто будет кормить их посвящен сразу и началу Второй, Господи, Великой Отечественной они войны. Думают, и судя по российским флагам и в поддержку ЛНР, ДНР, России, не знаю. Это имперский, по-моему, флаг. Не помню. Каждый раз забываю уточнить. Которые сделаны за эти хаты. Миллионы идут на войну. Они идут миллионы на сельское хозяйство. И миллионы идут на то, чтобы улучшить наше самостояние. Дорогие товарищи, женщины здесь говорили, правильно говорили. Если женщины пойдут стеной, но если будет женщина бежать, мужчина, наверное, будет не только палками драться, не зубами, защищая свою мать, свою жену, свою бабушку, которая протестует против негодяев, развязавших войну против своего народа. Бомбить города! Бомбить города! Да если эти